Здравствуйте, друзья! 19 сентября в Краснодаре синоптики обещают целый день ясную погоду. И если утром будет еще прохладно, 9 градусов, то затем столбик термометра взлетит до 21 со знаком плюс, а днем и того больше, плюс 22, плюс 25. Вечером на градуснике 15-22 выше нуля, ночью 13-14 тепла. В городе-курорте Сочи утром облачно с прояснениями столбик термометра покажет от 17 до 23 тепла. Днем малооблачно и на 1 градус выше, плюс 24. Вечером 19-21 и ясно. Любуйтесь, как солнце опускается в море. Ночью 18-19, шум прибоя, яркие звезды на небе и теплая вода в Черном море, плюс 24 градуса. Но, как утверждал поэт и кинорежиссер Эльдар Рязанов, не только погода влияет на наше настроение. У памяти моей дурное свойство. Любая пакость будет долго тлеть. Хочу прогнать больное беспокойство, но не могу себя преодолеть. Как в безразмерной камере хранения в сознании чемоданы и мешки, в которых накопились оскорбления, обиды, унижения и щелчки. Не в силах изменить свою природу, я поименно помню всех врагов. Обиды, шрамы ноют в непогоду. Прощению я, простите, не готов. У памяти моей дурное свойство. Я помню то, что лучше позабыть. Хочу прогнать больное беспокойство, но не могу себя переломить. Спонсор нашей программы – строительная компания «Стройэлектросевкомонтаж». Отличные квартиры с ремонтом покупай, заезжай и живи. Телекомпания «Краснодар» и я, Анатолий Тучков, желаем вам больше верных друзей на жизненном пути.